Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотим вам рассказать об одном удивительном артефакте прошлого, который называется Пилосский агат. При внимательном изучении всех обстоятельств находки, эта драгоценность способна нам о многом поведать и поставить крайне неудобные вопросы официальным историкам. Ведь сей камушек хранит в себе очень интересные тайны. И мы их обязательно разберем. Но сначала давайте узнаем, что нам говорит об этом агате официальная информация. Итак, Краткая официальная историческая справка. Минерал агат, кремнезем, скрытая кристаллическая разновидность кварца, силициум-О2, твердость по шкале Маоса 6,5-7, устойчив к кислотам, травится только в плавиковой кислоте, прочный и вязкий, представляет собой тонковолокнистые слои с площадным распределением окраски. В 2015 году международная команда под руководством археологов из Университета Цинциннати Джека Дэвиса и Шарон Стокер проводила раскопки возле древнего города Пилоса в Пелопоннесе на юго-западе Греции и обнаружила гробницу с богатым содержимым. Археологи решили копать в том месте, где земли были видны три камня, которые они приняли за остатки дома бронзового века. Вскоре стало понятно, что эти камни были верхней частью шахтной гробницы. После двух недель раскопок в деревянном гробу были найдены останки. Сам гроб был размещен в каменной камере. С правой стороны от него найдены драгоценности, среди которых россыпь из более чем тысячи бусинок из сердолика, аметиста, агата, яшмы и золота, большинство из которых были просверлены для возможности нанизывания. Небольшие фрагменты поперечно сотканной ткани позволяют предположить, что бусинки украшали погребальный саван. Археологи назвали это захоронение – Воин с грифоном. Первоначально не затруднились определить его дату, так как обычно для датировки используются остатки керамики, но гробница их не содержала. Летом 2016 года при дальнейших раскопках в окрестностях были наконец обнаружены фрагменты керамики, что позволило Дэвису и Стокеру датировать это место 1500 годами до нашей эры. Конец кратко официальной исторической справки. Как мы можем понять из официальной информации, не только агат, но все захоронение в целом является довольно интересной находкой. Взять хотя бы официально датированный возраст полторы тысячи лет до нашей эры. То есть три с половиной тысячи лет назад. А деревянный гроб и ткань савана не истлели. Эти детали говорят как минимум о более коротком временном промежутке. Тем более, что керамики в гробнице не было. В могиле было обнаружено золото и красивое, возможно, сувенирное оружие, а также небольшой всего 36 мм в длину камушек овальной формы. Сначала археологи не придали этой мелочи большого значения, но все же прихватили с собой вместе с более чем тремя тысячами других находок. Целый год этот небольшой и неприметный артефакт пролежал в хранилище. Но едва ученые приняли за его очистку, сразу стало ясно. Перед ними была настоящая сенсация. В руках ученых оказалась небольшая печать, сделанная из драгоценных металлов и агата, украшенного гравировкой. Именно агат и привлек их и наше внимание. Специалисты стали тщательно изучать этот небольшой овальный предмет. Когда был снят верхний слой многовековых наслоений, под ним, изумленным взглядом ученых, открылась великолепная картина. На миниатюрном шедевре, вырезанном на камне агата, была изображена сцена рукопашного боя трех древних воинов. Первый победоносный воин, повернув одного несчастного противника, распростертого у его ног, обращается против другого, гораздо более грозного врага, прикрытого щитом, и вонзает меч в его незащищенную шею, нанося, видимо, последний смертельный удар. В этой находке удивляет абсолютно все. Необычайная точная прорисовка мускулатуры, множество мелких деталей с шириной линий менее 1 мм и уровень графики довольно высокий даже для нашего времени. Но это не просто схематично показанные фигуры. На их оружии виднеется пропорциональный рельеф. Волосы состоят из прядей, надежде имеется рисунок, а мышцы выгравированы с такой тщательностью, что едва ли уступают по проработке большой скульптуре. Более того, ширина отдельных линий имеет толщину человеческого волоса и рассмотреть их удалось лишь через электронный микроскоп. То с каким мастерством и умением был сделан рисунок на камне буквально поражало. Так что же необычного в этом камне ведь глиптику то есть искусство резьбы на драгоценных камнях находили и ранее. Пелоски газ с поединком, как стали называть эту печать, не только обещает переписать историю древнегреческого искусства, но и может пролить свет на мифы и легенды той эпохи западной цивилизации, которая до сих пор окутана тайной. Дэвис и Стокер говорят, что мастерство изготовления и тщательная проработка деталей делают пилоский агат с поединком самым прекрасным из произведений глиптики, созданных в эгейском бронзовом веке. Джек Дэвис так комментирует свою находку. Цитата. Удивительно, что на изображенных человеческих телах детали и мускулатура проработаны на таком уровне, какой более не встречается вплоть до классического периода греческого искусства, наступившего спустя тысячу лет. Это поразительная находка. Конец цитаты. Еще более поразительно, по словам супружеской пары первооткрывателей, то, что тщательно вырезанная сцена поединка старательно выгравирована на твердом камне длиной всего 36 мм, а это примерно размер двух пальчиковых батареек. Действительно, Многие детали печати, такие как замысловатый орнамент на и ювелирные украшения, видны только через объектив мощной камеры и фотомикроскоп. «Некоторые детали имеют размер всего полмиллиметра», — сказал Дэвис. «Они немыслимо малы». На приведенной прорисовке этого произведения искусства можно увидеть, какие изумительные детали резчик сумел изобразить с помощью тех средств увеличения, которые ему были доступны около полутора тысяч лет до нашей эры. А может быть и вовсе без них. В нескольких презентациях и статье, посвященном этим раскопкам, Дэвис и Стокер показывают, что в гробнице также были обнаружены четыре мастерски сделанных золотых кольца печатки с детально проработанной минойской иконографией. Но, по словам исследователей, мастерство изготовления и изысканность пилоского агата с поединком не сравнится ни с одной находкой из той эпохи, временные рамки которой установлены ранее официальными историками. И тут встает более конкретный вопрос: как это повлияет на наше понимание греческого искусства бронзового века? Джек Дэвис это поясняет так: цитата. Мы представить себе не могли, что минойцы способны были создавать такие произведения искусства, а они похоже их создавали. Это доказывает, что мы недооценивали их способность и интерес к изобразительному искусству, особенно к движению и человеческой анатомии а в сочетании со стилизованными чертами лица – это само по себе нечто из ряда вон выходящее. Конец цитаты. Шарен Сокер говорит, цитата, «Это открытие требует пересмотреть эволюцию и развитие греческого искусства. Эту печать следует включить во все работы по истории искусства. Она изменит наш взгляд на доисторическое искусство». Конец цитаты. По словам ученых, исследовавших Пиловский Агат, это не было схематичным изображением человеческих тел. Это было изображение с тщательно прорисованными мельчайшими деталями. Мускулы, пряди волос, выражение лиц, оружие, одежда. На них видны все мельчайшие подробности. Ученые не впервые находят столь великолепно выполненные произведения искусства древности. Серьезность всего вопроса в том, что впервые эти шедевры столь малы по размеру. Все упомянутые нами детали пилотского агата тщательно вырезаны, некоторые меньше миллиметра, и ученые смогли их рассмотреть только под микроскопом. Каким образом древнему мастеру, в распоряжении которого были лишь примитивные инструменты, удалось нанести такую тончайшую резьбу, да еще на столь твердый камень, и добиться столь филигранной гравировки, остается загадкой для официальных ученых и по сей день. Получается, в те времена, более трех с половиной тысяч лет назад, по официальной датировке, Представители прошлой цивилизации владели технологиями, позволяющими сделать столь изящные вещицы. Возможно, им было доступно и больше увеличение, и тончайшие инструменты. Вполне возможно. Ведь могли же минойцы возводить великолепные дворцы, строить пятиэтажные здания, имели раздельные трубы для подачи холодной и горячей воды и развитой канализационной сети. Ванны, бассейны и многое-многое другое. Получается, Пелоский агат – это еще одно подтверждение существования в прошлом цивилизации, уровень развития которой был невероятно высоким. Вероятно, эта цивилизация действительно достигла большого научно-технического прогресса. И нам лишь только предстоит об этом узнать. Смотритесь в фотографии, сделанные с помощью аппаратуры с большим увеличением. Тонкости линий на агате просто поражают. Их просто невозможно было бы различить невооруженным глазом. Существовали ли в те времена в официальной древнегреческой цивилизации некие увеличительные приборы, вроде лупы? Подобные произведения искусства в будущем, опять же по официальной версии истории, будут появляться лишь спустя 15 веков, во времена расцвета Римской империи. Мы уверены, что дальнейшее непредвзятое исследование этого удивительного артефакта, как и тысяч других, станет толчком к открытию новых удивительных подробностей в нашем реальном прошлом. Друзья, благодарю вас за просмотр. Пишите в комментариях про известные вам удивительные артефакты. Так по крупицам мы соберем полную картину нашей настоящей истории. На этом я с вами не прощаюсь. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До свидания.